Всем привет, с вами Вилла Ченел и готов в Сити. Мы продолжаем ее проходить. Так. Стрельба в толпе. Томми, идите ко мне. Это прекрасно выглядит, да? Хобот Тапира. Ух, нет, спасибо. Томми, вы как океанский бриз, который освободил меня от зловония коррупции. Хотя я могу оплакивать ее уход и вести дела как обычно. Это не приближает меня к моим деньгам. Томми, друг мой, вы сейчас не в Либерти. Здесь мы делаем дело по-другому. Я продолжу свои попытки, но тем временем мне надо завершить ценную сделку. Услуга для друга, Кортес. Вы хороший друг, Томми. Я знал, что вы меня не подведете. Я хочу, чтобы вы встретились с курьером, у которого есть для меня ценная технология. Я понял, надо чип отнять. С курьером на Ли. Сейчас. Черт. Амуницию надо сгонять. Купите пушку. Правильно мне подсказали. Заодно и тачку сменить. На 3000 я могу хорошую пушку себе позволить. Такс. Можно УЗИшку взять. Может дробаш, можно Крюгер взять, которого нету. Так, ладно, берем УЗИшку. Алло. Покупаем. Да хоть мне 1000 патронов. Че, это мало? Это нормально. Зачем гонять, надо перекрасить и все. Так, сейчас покрасочник загонит. Только не голубятню. Если они голубятню дадут, я порву их. Зеленый пойдет. Блин, останавливается прям резко. Мы здесь поставим где-то, чтобы взять ее прям. Так, назад. Черт. Машину чуть не разбил. О. Блин, как раз левые двери поставил. Что ты будешь делать? Так пойдет. Вот дурак. Бронежилет не купил, а? Да простит меня Бог. Простит за читерство. Мог бы себе оружие начитерить тогда. Раз на то пошло. Дождь, улица мокрая в это время года. Чего? Комментарии? Послушайте, меня послал Кортес. Просто дайте мне чипы. О, да, Корт. Стоять, империалистическая американская свинья. Это собственность правительства Франции, и это конец. Типа, американский не... город, они проследили за тобой. Пристрелю его, пулями. Ты должен стараться лучше. Кстати, быстро, живо, беги! Дурак в сторону тачки. Блин, надо было бирбит взять. А я взял шушлайку. Ты съел мою долю. Мой мотоцикл. Был твой, стал мой. Ты жирная американская сволочь. Стоять. Ты куда? Далеко собрался?
Я что, за тобой гоняться здесь буду? Мой мотоцикл. Да, блин, шушлайка. Ё-моё, сейчас он свалит, пока я машину найду, блин. Блин, он... Ты бежать быстрее можешь или нет, тупица? Бегаешь ты медленно. Сейчас он уйдет, блин. Вот это тоже с вождением проблемы. Как у Томми Версетти. Мертв, ага, менты за мной, блин. Сейчас менты. Да иди ты в задницу отсюда, нет. Мне пушка даже не пригодилась. Спрей надо быстро валить. Ему надо, блин. Иди в задницу отсюда. Полицай гребаный. Да ёлы-палы. Быстрее перекрашиваю. О. Опять, блин, нарвался. Короче, иди нафиг отсюда, Кортес гребаный. Так, сейчас поедем сохранимся. И на этом я буду заканчивать. Пассажира снес. Здесь нечего по дороге садиться. На... Берпит, отсюда, да что ты будешь делать, а? Разъездились, ну-ка, быстро отсюда. Да, блин, ты... Козлина. Сейчас таксист мне все испортит. Эх, скорость мала слишком. Я знал, что тут недолет. Подойди к телефону в Vice Point. Я же видос затягиваю, нафиг. Ладно, сейчас на скорой поедем.